Шановні колеги, розпочинаємо після матчу прес-конференцію головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ» Олександра Миколайовича Хацкевича. Спочатку прес-коментар головного тренера, потім ваші запитання. Олександр Миколайович, поділіться, пожалуйста, общими впечатленнями от игры. Впечатление от игры. Есть игры, которые забываются, результат остается. Это самое главное впечатление. Коротко. Коллеги, будь ласка, ваші запитання. Это те футболисты, к которым нет претензий сегодня ни по отношению, ни по качеству. Назарий Русин. Назарий Русин. Не хватило времени проявить себя. Так. Все нормально и с Назарием. А что с Бесединым? Журналист? Ну, около того. Не, так около того или... С какое издание представляешь? Свободный художник. Свободный художник. У нас на поле сегодня было много свободных художников. Коллеги, будь ласка, ваши запитания. Все, счастливо. Спасибо. Александр Николаевич, так дышать.